Спортсмены Сергей Емельянов и Александра Подрядова на этот раз будут только наблюдать за Олимпиадой. Чемпион мира по гребле на байдарках Сергей и участница Олимпийских игр в Лондоне Саша только месяц назад начали строить свое будущее и говорят, что это главное их достижение. В этом году молодожены планируют быть главными болельщиками национальной сборной Казахстана и следить за всеми событиями по телевизору. Как бы Олимпийские игры, это все-таки, знаете, я сама там была, тоже сначала приехала, думала, как все старт. На самом деле нет. Это, знаете, колесо фортуны, наверное. Сегодня везет, завтра нет, там совершенно другая психологическая проблема, можно сказать. Ну, все равно, психологически девочка устойчива. Я все-таки думаю, верю, что у нее все получится. У Сергея через 3 дня начинаются учебно-тренировочные сборы, а Александра пока забросила свою подготовку. Дзюдоистка потихоньку адаптируется к семейной и бытовой жизни. Молодожены наизусть выучили календарь выступлений отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Уже 6 августа в состязание вступает выступавшая в одном весе с Александрой дзюдоистка от Гонцэцэг Галбадрах. 8 августа первую встречу проводит Дидар Хамза и боксер Биржан Жакыпов. Олимпийская команда у нас уже сформирована. Сейчас, вы знаете, она проходит последний подготовительный, подводящий уже учебно-тренировочный сбор. И 15 августа у них состоится первый старт. Впервые сборная Казахстана на Олимпиаде участвовала в 1996 году. Тогда в Атланте честь нашей страны защищали 96 спортсменов. Из них 3 стали обладателями золотой медали. После этого самым богатым на призовые места стали Олимпийские игры в Лондоне. 4 года назад в медальном зачете сборная Казахстана стала 12-й. В этом году за олимпийские медали будут бороться 104 казахстанских спортсмена. Из них 21 из Южного Казахстана. В 2020 году на играх в Токио число спортсменов однозначно возрастет, так как в программу Олимпиады включены 5 новых видов спорта – бейсбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Мы вот сейчас вот прошел конгресс, и мы наконец-то попали в эту олимпийскую семью. Мы все очень рады, безумно. Теперь, конечно, будем, мы и так постоянно работали, не покладая рук. А тут еще вдвойне будет нагрузки, будут очень, и можно сказать, бешеные. Почему? Потому что, чтобы попасть в Олимпиаду, это будет дорогого стоить. Отметим, на Олимпийских играх в столице Бразилии будут разыграны 301 комплект медалей. За победу в Рио спортсмен от государства получит 250 тысяч долларов. За второе место 150 тысяч, за третье 75 тысяч долларов.